Ключ от сейфа? Ключ от сейфа? Окей. Ну-ка, ключ от сейфа. Записка, зачеркнуто подвал, комната 302. Комната 302. Подвал, комната 302. Подсказка какая-то. В подвал, может быть, сходить. А, да, смотрите, 302 действительно. Ничего сложного. Нету ее найти. Ребят, поправьте меня, если не прав, но это мне напоминает Silent Hill 4 The Room. Это что, пасхалка такая? Офигеть! У! О, блин! Ребята, это жесть, это реально пасхалка на Silent Hill 4 The Room. Я в него играл буквально там, наверное, полчаса, по-моему, не больше. Я только помню вот эту комнату, вот ее, конечно, не забудешь. И слева там, я помню, еще должна быть ванна, в стене которой дыра и так далее, но это уже прям символ игры, но пасхалка вообще очень крутая. Это не просто вам какая-нибудь записочка или картинка. Полностью комнату воссоздали. Супер прямо. Может быть, это намек, ребята, на следующий эпизод игры? То есть мы прошли главу Люси. Еще три главы выйдут через несколько месяцев. Через 4 месяца как минимум. Как написали разработчики. Первая глава. Она была похожа на смесь PT и Pandu Drive. Возможно, следующая глава будет похожа на Silent Hill? Почему именно на четвертую часть? На Silent Hill 4? Может, мы в той комнате будем что-то делать? Слушайте, а это было бы круто. Реально. Вау. Это круто, ребята. Это жесть. Я, наверное, даже вырежу отдельное видео, выложу с этой пасхалкой. Это очень круто. Я обожаю в играх всякие пасхалочки.